Всем привет, ребят! С вами я, Кусарник. Сегодня у нас будет новое видео по Майнкрафту выживанию. Это уже 8-я часть. И как ни странно, но меня не забанили. Это хорошо. И еще смогу что-нибудь поснимать. Иди сюда. Короче, сегодня у нас будет новое видео. Сегодня мы отправимся в ад. И в прошлый раз у меня не заснялось видео, и я набрал 8 порошка. Мне это не хватает. Поэтому мы пойдем. Вот. Мне надо... Короче, приятного просмотра. Сегодня мы отправимся в ад опять. Как обычно. О, мне хватает на мечик. Сделать. Опачки. Палки. У меня уже были. Сюда. Ставим бабки. Сюда. Влево, прямо железный меч. Этим мы будем сражаться пока что, пока он не сломается. Погнали. Ну, ребята, сначала поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну, сейчас снова начинаю снимать, потому что мне еще не забанили, это хорошо. Мое любимое место. Ну что, погнали. Ребятки, я 5 лет искал эту свободу. И вот нашел свободу. Наконец-то красный биом. Сейчас я на зомби что сделать. Видно, что ли, нет? Выжили. Ай! Еще искать крепость. Ребята, мне надо подхилиться к дороге. Крепости мне заняло это минут так 5. И я ударился за пиковском пигманов и зомби. Короче, давай я сейчас отхилюсь. Раз, два. Ну, вроде отхилился, давайте начинать. Так. Что там? Кто там? Кто там может оказаться? Привет, скелет. Я вас ударю. Так, я могу взять. Что-то вот мне не нужно пока что. Какой сломал. Без ада сегодня. Мы не будем идти в ад сегодня, потому что скелет это дурацкие существа. Мы пошли что-нибудь другое искать. Мы вообще не искать. Пошли за алмазами. Алмазы это лучше. Ребята, я знаю, где его искать. Так, сейчас мы... Чедр Крипер смотрит его дома. Я сожру тебя. Ха. Все, я его убил. Иди сюда, сейчас еще один раз тебя ударю. Я хочу записать. Я вообще-то моя подписчика тебя слышу.
Нет, не слышал. Я хочу, чтобы показать своим подписчикам, чтобы он устроил. Зачем? Нет! Мои подписчики этого не любят. Мои подписчики любят выживание Майнкрафт и... А где забанить? Я буду смотреть... Умри. Очень много всего, потом... Зачем ты это... Смотришь, подписчики тебя больше не будут любить. Я бы как-нибудь кикнул читер-крит. Серьезно, надо его кикнуть. Хочу. Совсем... Совсем. Ребят, давайте наберем 4 лайка под этим видео. Иначе, самое первое видео Майнкрафт выживание набрал 4 лайка. Вторая часть... 4 лайка набрала. Ну, это может набрать 4 лайка? У меня же 8 подписчиков. Должны ведь. Поэтому давайте наберем 4 лайка под этой серией. И мы посмотрим. Буду я снимать с читер-крипером в его мире или нет. Один денек провести майнкрафтовский. У нас 4 часа. Я узнаю, как ты работаешь, что ты делаешь, что ты кушаешь. Я кушаю всю жареную еду. Вот так вот я много чего узнаю о гусарнике, о его выживании. Сейчас он, кстати, снимает, да? Да, я снимаю. И ты мне, я как понимаю, ты мне не хочешь дать снять 8-ю часть. Сам снимай сейчас. Ребятки, вот реально это супер-мега классно. Когда ты спишь с Майнкрафтером. Ребята, это реально классно, то что... Только не смей в мою кровать ложиться. Где там лаймовая? Красная. Не знаю. Красная кровать... Это неправда. Красная кровать плохая. Нужна... Гусарник, пожалуйста! Я тебя убью, потому что ты не любишь красный. Красная кнопка должна стать серой. Вы да, знаете? Да, она должна стать серой. Но красный это мой любимый цвет. Но все каналы просят, чтобы вот почему все говорят, что нас еще не бесит эта красненькая миленькая кнопка подписаться? Не во сколько. Мне гусарник нужна еда. Я очень проголодался. Так умри, возродись и собери свои вещи. Ты всегда так делаешь? Нет. Дай мне, пожалуйста, реальной еды. У меня вообще-то осталась одна жареная свининка. Для тебя челлендж. Набери много еды. Я буду копать в шахте и добывать нам лесы. Ребят, поставьте лайк. Ребята, поставьте лайк, чтобы... Если вы хотите, чтобы я снимал свое выживание Майнкрафт с читером-крипером. Я хочу прилепить лайк. Давайте наберем на канале читер-крипера 2 лайка под этим видео у читер-крипера. У меня, давайте 3. 4 лайка сложно, давайте 3. И наберите эту сумму за месяц. За месяц. А в Новый год будет обзор на подарки. Обзорчик. Я знаю, что вы сразу же поставите дизлайки, поэтому... Я пойду на первое видео, пожалуйста, один кусочек. А. Ну, держи, потому что у меня еще... А потом я сделаю и сейчас подкреплюсь. Все, я уже бегу. Набери нам еды, иначе с 5 жареной говядины и с 2 кусочками... сырой говядины я не смогу выжать. Так, это ты цветок. Живешь просто в пещере. В мою жизнь. Ты живешь в пещере. Так, да. Ты что, не... У меня здесь что ли паук завелся? Ну я паук. Ребят, может быть, там вместе со мной? Я вообще это уже сказал. Не повторяй, повторюшка. Реально это классно, ребятки. Лепите лайк, чтобы в каждой части мы вместе были. У гусарника свой. Эй, имеешь что
железо выкинул. Я хотел одуванчик выкинуть. Одуванчик хотел выкинуть. Все, теперь могу добыть уголь. Ты давай. Что тебе надо? Меч? Ну все, молодец. Все, у меня алмазная кирка скоро сломается. Мусор, нет, я нашел просто твой крафт. У нас такой мир. Нет. Тут рядом с кактусом. А нет, тебе, потому что кактусы слиплись. Такое не бывает. У меня уже 11 угля. Это нас так хватит. Где-то говядина и всякой я еды. Блин, а у меня скоро сломается железная кирочка. Мусорник, реально, это прикольно, я хочу... Нет, подписчики набрали за месяц, у меня 2 лайка. Да, а у меня 3 лайка, потому что 4 лайка... Я не хочу набирать. Хотя, если наберем 4 лайка, то будет прекрасно. Да. Да, я оттуда не начинал, но я уже 15 раз это видел, и оттуда я забрал печку. Ну ладно, я пошел умирать. Ребята, смотрите. А он куда-то упал. Ой. Дайте мне ее. Я хочу эту серебку. Я хочу подписаться поймать. Вы подписаны, хочу поймать. Где вы подписаны? Я бегу за вы подписаны. Блин. А как забрать рыбку? Понял, что за... Давай, рыбка, иди заберу. Ой, я поймал рыбку! Фу! Ой, я поймал красную рыбку! Ведро рыболова, рыбка! Мне показано Немо. Я поймал ту красненькую. Все, могу... У меня нету никакой брони. Дурацкий скин. О, точно, это мой мир, поэтому на нем только игра за свой скин. Ребята, мы и так уже практически на половине пути. Просто мы еще... А куда к крепости идти? Я не знаю. Ищи. Ты же вот пошел. Ладно, ребята. На этом я заканчиваю видео. Всем пока, ребят. И всем пока.